Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео мы посмотрим цену на электродрель Bosch 220 вольт, 340 ватт, цвет синий, картонная коробка из AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео и нажимаем кнопочку «Посмотреть цену». Цены актуальны на 19 января 2019 года. Цена стоит в долларах, и это $100. Но вот мы здесь можем прочесть, к сожалению, этот товар теперь недоступен. Это значит только то, что он мог быть закончен, ну как бы количество уже продали, все, нету такого товара. А ну-ка, вот интересно, сейчас мы посмотрим. Магазину зайдем, в магазин, что это за магазин. Ну, дрель такая для домашних мастеров, то что нужно. Ватт немного, а для квартиры, для мелких таких подделочек, то что надо. Но цена, да, $100. С доставкой я не уточнял. О, не, ребята, ну сейчас товары, вот товары. Лидеры продаж. Можно было лидеры продаж посмотреть, но такое дело. Хочу разобраться как бы до конца, что это такое. Ну нет, это нормальный магазин. То есть это вот версия больше всего, что это закончились эти дрели. Вон сколько страниц, видите, 8 и пошло дальше. То есть это нормально. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для домашних мастеров и любителей инструмента. И даже невзирая на то, что вот именно такая дрель, ее нету в продаже. Ну, закончилось, видно. Но магазин достойный, можно на нем что-то заказывать. Так что тут отчаиваться не нужно.